Всем зрителям канала Уральская усадьба привет! Сегодня у нас 16 апреля, 2018 год. Будем строить теплицу «Легенда» номер 1, шириной 3 метра, длиной 4 метра. Пока что у нас основание бетонное, но мы начинаем. Закрепили поликарбонат на теплице. Сейчас прокручиваем термошайбы. Устанавливаем профиля. Закончили монтаж теплицы. Напоминаю, строили теплицу «Легенда» номер 1, шириной 3 метра, длиной 4 метра. С одного торца у нас установлена разрезная дверь-форточка. С противоположного торца просто форточка. Поликарбонат 4 мм, 0,8 плотность, самый лучший. Каркас теплицы сделан из профильной трубы, арки из трубы 40 на 40, заполнение из трубы 40 на 20 и связи из трубы 20 на 20. В теплице у нас имеется один форточный блок, установлены на него термоприводы. Также есть система подвески под винитки на каждую сторону. Сама конструкция стоит на бетонном основании, закреплена с помощью анкеров. Все торцы у поликарбоната защищены торцевым профилем. «Легенда» номер 1 – это, пожалуй, самая большая теплица 3-метровой ширины. Высота в коньке почти 3 метра. Высота стен 1,80 м. Вот на этом все. Ставьте пальцы вверх, задавайте вопросы, пишите свои комментарии. Всем пока!